Я Тавенко Андрей Сергеевич. Пошел в ДНР, ну потому что на своем районе слишком часто стало всяких. В общем, я на своем районе, на Зеленом Клину, занимался правопорядком. Почему не ушел в ДНР? Да не поддерживаю я войну, и вообще, мне кажется, Украина все-таки должна быть единой. Каких разделений не должно быть. По-любому надоела эта война уже. Сидеть, прятаться. Тайвань там тоже походу. Так что нужно возвращаться к мирной жизни. И, пацаны, бросайте воевать. Находите общий язык с властями Украины. Договаривайтесь и возвращайтесь домой. Я Владислав Антонович. Родился 30 октября 1959 года в городе Белозерское Ставропольского района Донецкой области. Там же отработал на шахте 20 лет. В данное время являюсь пенсионером. Проживаю в городе Краматорске. Попал под влияние представителей ДНР 5 июля 2014 года. Мне предложили ухаживать за собаками и убирать, где они находятся, за деньги. И также вывести их на территорию Российской Федерации, Романенко Игорем Владимировичем. Постепенно он принудил с помощью угроз мне и моей семье сбором данных о передвижении военной техники украинской армии, которым я занимался на протяжении 3 или 4 месяцев, пока меня не задержали сотрудники СБУ, и я понял, что я глубоко ошибался и заблуждался, что занимался такой неправильной работой. В чем я полностью раскаиваюсь перед всеми гражданами Украины. Также я обращаюсь к представителям ДНР, ЛНР, всем, кто воюет на той стороне, чтобы они одумались, сложили оружие. Просто идет братоубийственная война, и ни она ни к чему хорошему не приведет. Я обращаюсь к ним, чтобы они сложили оружие и прекратили воевать.